У нас почти 12 часов без 15, 25 градусов. На улице тучки вот такие. И как-то мы боимся, что может быть дождь, поэтому вышли сегодня поработать. Сейчас вдвоем с мужем будем приводить оставшиеся участки в нашем саду. Уже осталось немножко. Ну, каменистый садик. Я сегодня буду каменистым садиком заниматься. Вот это вот мне метелки вот эти уже не нравятся. Надо их срезать. И там уж будет доделывать вот в этом углу, убирать сорняк. Ну, в общем, начнем. Вот, первый пунктик сделала. Это трава у нас типа камыша что-то. Ну, пару раз за лето приходится ее стричь, потому что она очень сильно растет. И потом начинает загораживать все, что там дальше. Вот теперь вот все открыто. Ну, а я иду работать. Каменистый садик. Тут муж уже начал убирать. Говорит, что продолжит. А я иду сюда. Здесь все знают, кто смотрит мой канал. Тут камни и почвопокровные растут. И они тут без меня отцвели. Вот видите, такие вот метелки. Подушки вот такие разрослись. Все это надо привести в порядок. Где-то подстричь. Где-то убрать. В общем, тут работы много. Сорняка не так уж много. То, чего я и добивалась, вот такие есть, которые легко удалить. Вот. А в основном уже растения декоративные затянули вот этот участок. И, в общем-то, я этого и хотела, чтобы вместо сорняка росли вот такие вот почвопокровные, красивые. Всякие камнеломки, молодила, седумы. В общем, буду работать и буду показывать красоту, которая появится после этого. Вот так мой клен Emerald Lace разросся. Помните, я его так кардинально стригла. Теперь тут видно, что есть подушечки. Но сегодня не буду этим заниматься. Просто уберу с мостика. Чуть-чуть срежу, чтобы здесь не мешало ходить. Вот. А стрижкой займусь позже. Ну и вот сюда, вот то, что ветки вылезли на другие растения, там тоже обрежу. Так, привела в порядок эту сторону. Там еще ничего не трогала. Тоже отдельная будет работа. А тут вот такие у меня получились шапочки. Вообще клен очень хорош в стрижке. Вот этот кусочек уже привела в порядок. Там у меня очатки я подсаживала. Вот они хорошо разрослись. И сорняка стало меньше. Вот они маленькие. Потом затянут, я думаю, будет еще лучше. Арабисы срезала. Это тоже привела в порядок, убрала цветоносы. Вот тут вот армерия. Это тоже арабис укоротила. А это алисоидис, по-моему, называется. Вот. Он очень хорошо разросся. И теперь я ему придала такую форму. Убрала все соцветия. Вот такие были. Вот желтенькие. Ну, иду дальше. Продвинулась еще. Вот эти седумы пока оставляю, потому что у них красивое цветение. А то, что у меня тут разрасталось, то ну, отцвело и вытянулось. И стало вот такое вот. Я нахожу точку роста и обрезаю. Делаю такой шарик. Потом это все загустится и будет опять подушечка. Камнеломки вот слева и справа убирала цвет, убираю только ножницами, потому что смотрите, есть камнеломки вот такие вот, они более плотные, да, подушки есть даже вот такие, но плохо развивается, потому что маленькая есть. Ну вот, если я здесь потяну вот так,
то я могу сейчас вырвать вот это вот весь вот этот участок. Поэтому тут надо срезать на таких камнеломках. Тут были такие тоненькие, и они убираются руками, то есть тоже надо смотреть. Вот это мой любимый крылоточинник. Он очень красиво цвел, прям просто очень. Вот такие бордовые симпатичные цветочки были, когда-то я показывала. Ну и пока вот так. А тут у меня впереди еще очень много растений. Это так вырываю. Вот это у нас армирия. Вот. Вырывается хорошо. Ничего не повреждается. И остается такая вот подушечка. Ну вот так я уже елочку свою освободила. И смотрите, это тень моя все время. Вот это шаловидный флокс. Видите, как он разросся, затянул тут все. Это хорошо, конечно, что здесь нет сорняка, но все равно его надо ограничивать, потому что он еще будет расти. И к концу лета это тогда будет уже совсем все беспорядочно. Тем более у меня здесь есть посадки. Вот это елочка Dendropharma Gold. Ну, вот она такая компактная, медленно растущая. Но не надо допускать того, чтобы растения ее затеняли, иначе будет опрелость. Вот, поэтому я флоксы сейчас тоже так пройдусь и обрежу. Подстригла флоксы. Вот этот у меня более плотный, это другой сорт. Чуть-чуть есть тут сухие, немножко укоротила. Вот так оставляю такую подушечку. Вот так в камнях. Было очень разросшееся растение. И вот тот, который я вам показывала, тоже так же. Видите, какие симпатичные подушечки получаются. Я в прошлом году тоже здесь все стригла. Вот впереди чабрец. Тоже его стригла, делала ему форму. И вот так он разросся. Сейчас посмотрим, буду ли я врезать, потому что он цветет. Вот. Это у меня астра альпийская. Вот она уже цела. Сейчас я это все срежу и оставлю зеленую массу. Нет смысла мне оставлять семена. В принципе, меня устраивает, что у меня есть один кустик. Ну и двигаюсь дальше. Камнеломки. Вот тут вот уже обрезала цвет. Сейчас еще с той стороны обрежу. И они некоторые еще дают вот такие маленькие вот цветочки. Обнимают мои сосенки, камнеломки. Очень симпатично это смотрится. Тут седумы. Ну, все хорошо там. Вот это седум очень интересный. Вот он тоже подушкой такой растет. В принципе, не сильно вытягивается, поэтому даже сейчас он хорошо выглядит. Так, астрочка теперь выглядит все-таки чабрец. Смотрите, он всю дорожку здесь уже занял. И я сейчас его подстригу. И есть вот такая вот армирия, я хотела сказать. Там мне легко выдирались вот эти вот все вещи. А тут надо срезать, потому что очень крепко все держится. И можно повредить куст. То есть надо смотреть все-таки. У каждого куста своя какая-то структура, сила. Поэтому индивидуально. Вот этот вообще, видите, такой слабенький, маленький кустик. Поэтому надо аккуратно. Ну, в общем, вот это, кстати, толстянка Милфорда. Она очень интересная. Я ее везде размножаю, стараюсь. Вот.
такие у меня стрижки получились. Вот, чебурец составила такие камушки. Аккуратно и на дорожку не идут. Запах стоит сумасшедший от чебреца. Что? Почистила вот эту часть. Все, я всегда не успеваю. И у нас еще такая ситуация. Выключают свет каждый день у нас. Через 3-4 часа, по 3-4 часа у нас выключают свет. Поэтому мне сейчас надо успеть сбегать, хотя бы привести себя в порядок после того, как я потрудилась. Иначе придется потом ждать вечером. Ну и сейчас быстренько вам покажу вот эту часть, половинку вот эту, которую я сделала. Основные растения, которые у меня здесь растут, это клен, я уже показывала. Так, можжевельник не стриженный еще тоже здесь растет. Это елочка Соня, такая подушковидная, все было посажено вот эти вот в 2020 году. Можжевельник был здесь. Тут эхиниформис, тоже елочка. Специально сюда высаживала небольшие елочки, такие подушковидные, чтобы они были не очень громоздкими здесь. И вот это дендрофарма голд. Ну, покажу еще вот этот ряд, который уже очистила. Вот сосна. Немножко я их формировала в прошлом году. В этом году еще ничего не делала. Кто не знает, мы отсутствовали долго, поэтому до сих пор я привожу участок наш в порядок. Вот еще сосна на штамбе, голубая, красивенная. Формы у них поплыли сейчас уже. Ну, позже подстригу. Вот это держит форму, но она немножко наклоняется. Как я ее не выравниваю, она чуть-чуть наклонена влево. Тоже на штамбе. Ну, а то, что растет у меня там дальше, я покажу уже в следующих видео. Когда оно выйдет, не знаю. Завтра, скорее всего, нет. Потому что к нам едут гости. Как сниму, так и будет продолжение работы на этом вот участке. Но уже видно, да, что подушечки разрослись, и все уже очень так прилично выглядит. Каменистый садик стал каменистым садиком. Даже вот эта часть, которую я позже засаживала растениями, вот, она тоже уже все заросло и очень хорошо выглядит. Ну, на этом все. Муж тоже мне очень много помог сегодня. Вот сзади там все убрал, все сорняки. И даже там очистил. Вот у нас слива, вот это вот я показывала. Она все время здесь дает поросль. И она уже тут была такая огромная. Пока нас не было, очень было много поросли. Вот он сегодня прям вырубил все. Ну и вот тут вот так все чистенько. Молодец, без него я бы тут еще ковырялась и ковырялась очень долго. И вот гейхеры, которые я весной посадила. И они прекрасно прижились. Магнолия, кто-то меня спрашивал, как ваша магнолия. Смотрите, вот эта часть сразу нормально была. А это вот после обильных дождей, видите, какие листочки молодые пошли. То есть пока не будем трогать. Если что-то отсушит, тогда отрежу. Вот такие персики у нас уже. Ну и на этом все на сегодня. Ждите следующую красоту, когда
что-то сделаем. Опять выйду к вам и покажу, что у нас тут происходит. Все, всем пока, удачи, до побачення.